Возвращаясь к праздничным событиям, в новогодние каникулы кунгурские полицейские принесли подарки детям. В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» стражи порядка посетили семьи, состоящие на ведомственном учете. Сотрудники полиции в костюмах Деда Мороза и Снегурочки совместно с представителями благотворительного фонда «Кунгур. Территория добра» посетили в новогодние каникулы 35 детей из малообеспеченных семей. Новогодние подарки для многих мальчишек и девчонок стали настоящим сюрпризом. Сказочных героев в семьях встречали тепло и радушно. Ребята рассказали гостям о том, какие добрые дела совершили в ушедшем году и исполнили традиционные новогодние стишки и песенки. Каждому малышу праздничные полицейские вручили сладкий подарок и пожелали успехов и исполнения заветных желаний. Участники акции «Полицейский Дед Мороз» отмечают, такие встречи очень важны для детей из малообеспеченных семей, ведь они особенно нуждаются во внимании. Визиты направлены на оказание помощи каждому ребенку, находящемуся в сложной жизненной ситуации, профилактику беспризорности и правонарушений среди подростков.